Всем привет, ребята, или доброе утро, у кого уже ночь, вечер. В общем, решил вам записать видосик с утра по акциям и опять же показать, как на русском сервере просто тупо, не знаю, как сказать, не то что унижает, это как-то так будет сказано, все равно это бонусные плюхи, но тупо убивают интерес к игре. Итак, поехали. Английский рынок, выходные. Ну, я уже не раз говорил, просто вот зайдите, посмотрите на вот это. Это Castle Pack, все полностью мешочки. Да, возможно, здесь фигня выпадет, но забираем. Это бонус просто на 2 дня. Так. Ну, огник за 20 баксов, это нормально, плюс топовые плюшки, месячный. Ну, пак окончания месяца тоже, ну, такое, да. Половинка землеройки за 5 баксов, топовые герои. Ну, тут вообще огонь. Тут что хочешь себе выбирай, то есть любые награды на твое усмотрение, там, анубисы и прочее. Так, помимо этого, ребят, коллекционер героев за Сокуба. Раньше были зеленые, поменяли они, видимо, чуть-чуть. 200 штук. А дальше. Посмотрите на вот это. Руны бега Рылева. 8000 золотых. Ой, говорю золотых. 4800 гемов у нас будет. Ну, такие плюшки довольно-таки хорошие. Ну, бравлера, скорее всего, эмблемка за донат, но посмотрите, 10 камней, ребят, 10 сразу же на героя, то есть не один, не два, а 10. Не знаю, есть у меня попытки. Апекса камни 100 штук, в принципе, сейчас можно их забрать. Попробуем. Да, бравлера, видите, за донат. И опять дальше пошло. Не дошли мы до восьмерок. Ну, в общем, 10 штук. Ну, помимо этого, куча акций с героями. Ну, для меня они уже не актуальны, а для всех будут еще дополнительно актуальны. Вот. Так, забираем плюшки. Ну, вот, допустим, откроем сейчас просто по одному этому мешочку. Что у нас получается? 1. 5 рогатки. Ну, такое себе. В любом случае, может повезти с этого мешка на окника. Отсюда может выпасть раскол. Отсюда выживание неплохо. Поехали дальше. Тут на Асуру у нас скин. Ну, отсюда можно 9-ю из ворот. Отсюда смотрителя. Блин, не проснулся еще. Вот видите, на архидемона. Ну, в общем случае, это однозначно плюс. Отсюда ДПшка. Точнее, ПДшка. Ну, пожалуйста. Ну, это последний. Там, где конкурс на космо у меня. В общем, вот так вот. Поехали дальше. Поехали. На русский сервер. Смотрим рынок отсюда. Какая же халява ждет нас на русском сервере. Такс. Блин, поигрался я, конечно, вчера в Бравл. Хотел еще поиграть и уснул. Придется сегодня качать дальше розу. Так, сарделька, давай. Хорошо, хоть лепрекона добавили на русском сервере. Итак, обзор русского рынка. Неплохо. Большой пак, я вам скажу, почти дотягивает до английского, но уже получше можно землеройку получить. Бог с ним. Второй тоже хорош. Третий.
Бугимен. Почему бы и нет? Ронин вообще огонь, ребят. Посмотрите, какие плюхи. Ожог сразу же дают Ронину. Ну, рынок относительно. Не вижу я тут Огников. Это они забыли про Огников. Набор Фрейя. Ну, нормально. И вот, вуаля, ребят. Русский сервер. Карта смены квеста. Ну, просто, просто шедеврально. Пропуски на волны, которые и так получают люди там каждый день, если пропускают карты арены, ну прям мега. 50 опыта. Ну, это, знаете, это самый крутой подарок, наверное, на русском сервере. Вот о чем я говорю. Почему на русском сервере не хочется играть? Потому что здесь все время не додают то, что вы можете получить на других серверах и нормально играть в комфорт без доната. Тут вас просто на временные акции. Разбей яйца, большая выгода. Пойдем посмотрим. Да вообще вот так вот. То есть тут даже комментировать, думаю, нечего. Вы это все понимаете. Я зайчик. Зайчик, яйчик. Землеройка прикрыл. Ну, такое себе. Ну, императорская. В общем, многие спрашивают, почему я ушел с русского сервера. Да потому что тут делать нечего. Тут даже без донату делать нечего. Донату тем более. Чисто трешевать. Поэтому тут и вот этот аккаунт бездонатный я качаю. Так, возвращаем самоцветы. Сейчас посмотрим, какие здесь плюшки. Вот возвращаем самоцветы. Пасхальный зайчик дают. 3, 10, 20 штук. За 24 10 тысяч самоцветов. На английском сервере возвращают практически всю сумму и дают намного круче плюшки. Опять же, тоже. Почему так? Поехали на Китайку. Китайка. Сейчас посмотрим, что у нас на Китайке интересного. А, и что-то кинула она. Гостевой аккаунт. Так, китайский сервер. Огник. По сути, если брать так за полпака, посмотрите на плюхи. Ну, тоже круто. Это мелкий пак, браулер. Так, скины. Так, что у нас тут? Лазуля. Это как полпака на русском, плюс топовые эти. Так, ну вот, Вольт, Некрос, пожалуйста, Космо, ну тут, это в последнее время не догоняет. Ну вот здесь свой плюс, берете вот этот пак, каждые выходные, вот это я на этом, а потом делаете обмен и получаете самый возврат, плюс собираете Огника отсюда. Тут нету, кстати, тут нету вообще бонусации, забыли, наверное, вечером добавят. Интересно будет посмотреть. Ну, тут не столько. Тут куча других акций. Вот так вот. Просто жесть. Пират, который, блин, просто обалденный. Тут Огника собирать. Вообще круто. Так. Плюс оно все очень часто. То есть ты можешь выбрать. Вот у нас тоже разные. Ладно, не будем заморачиваться. Давайте сделаем мега роллинг еще. 450. У, ничего себе. Вот, вот скажите, ребята, вот скажите, что это? Что это такое? Фрейя, блин, падает. Фрейя падает, блин. На нулевом аккаунте. Что? Бля, я ржу. Это жесть, ребят. Посмотрите на этот аккаунт. Офигеть. Что это такое? Это китайский сервер, детка. Да. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но это реально просто
просто жесть. Все, всем удачных выходных, всем пока.